Чадрунги уже более месяца проводят работы по реконструкции терапевтического и неврологического отделения районной больницы. Общая стоимость работ составит 15 миллионов лей, 5 из которых – это грантовые средства, выделенные благотворительной организацией «Слово и дело» в Германии. Соответствующая договоренность была достигнута 5 марта в рамках встречи главы автономии Михаила Фурмзал с руководителем организации Генрихом Дайхманом. Общая площадь порядка 2000 квадратных метров, на первом этаже чуть меньше, на втором больше. Было принято решение снести и все выложить заново, и полы устроить новые, и перегородки. В принципе, можете посмотреть на первом этаже по современным технологиям, как это выполняется. Надеемся, что это все будет осуществлено, что не будет проблем с финансированием. И если что, мы к концу года обещаем со своей стороны выполнить эти работы. Согласно утвержденного проекта, планируется постройка двухместных палат, душевых и санузлов. Это позволит повысить качество предоставляемых услуг и обеспечить современными условиями работы медперсонал и пребывания пациентов. В этот корпус после реконструкции будут переведены. На первом этаже будут расположены отделения неврологии, на втором этаже будут расположены терапевтическое отделение. Процедурные кабинеты отдельно будут, столовые, буфеты. На первом этаже будет до 20-25 коек. Это неврология, отделение неврологии, на терапевтическое отделение 40-50. Власти автономии планируют обеспечить полное финансирование при содействии Агентства медицинского страхования и центральных органов власти Молдовы. Напомним, согласно Центру политики и анализа в области здравоохранения, Чадрунская районная больница занимает второе место в рейтинге медучреждений страны.